специальные информации. Я Сумрей, это Мата. Да, есть такой фильм, достаточно популярный, знаменитый, особенно для людей нулевых 90-х годов, это Жан-Клод Ван Даммом, это кикбоксер, игровой спорт. Он там очень круто выпрыгивал, крутил вертушки, различные трюки ногами выполнял. Вот, ну на фоне этого, короче, мой тренер знает, что я бью, мы все, да, зарабатываем эти штуки, ну и я могу это реализовывать в настоящем реальном бою. Я умею! Были сомнения, потому что я пропустил очень много ударов по ноге, нога захромала, тяжело было работать, одной ногой толкать, вставать и так далее. Так затил правую руку, просто голова капец какая крепкая, остальная, он походу кирпичей, там, я не знаю, кирпичами забил, рука болит, тоже ударить не мог сильно, уже последние раунды. Я могу обеспечить свою небольшую семью. Я буду дальше стараться, чтобы